Машины можно взять, ребята, любые. Хотите крауны, хотите аквы, хотите приусы. Бесключевой доступ, повторители поворота, накладки хромированные. Больше, чем 20 Toyota Crown, друзья мои. И они все продаются. Под темный графит вставка в решетке радиатора. Новый Harrier тоже будем брать скоро. Там у нас Алионы, Эсквайры, Нохи. Всем привет, друзья! С вами я, Михаил Самолетов. Мы находимся в Японии, город Осака. Сегодня я покажу цены на БУ машины в Японии. Тот же авторынок Владивостока, зеленый угол, только в Японии. Очень популярная модель Toyota CHR. Ее любят все. Таиланд, Юго-Восточная Азия, Россия тоже ее обожает. CHR GT 4WD 2 миллиона 220 тысяч йен. Пробег у нее 59 тысяч километров. Здесь также есть аукционный лист. Смотрите. Inspection Certificate. Обвес моделиста, есть туманки, ветровички, мои любимые ребята. Ветровички — это тема. Здесь уже на крыльях пластиковые интересные накладки. Также здесь представлена информация о возможности покупки данного авто в кредит. Здесь видите 4WD, объем 1,2. И, соответственно, видно переплата, какая у вас будет, если вы будете ежемесячно платить. Сразу скажу, что на этой стоянке цены дорогие, дороже, чем с аукциона, значительно. Потому что они тоже здесь хотят заработать свой процент. Это, естественно, машин перепродавцы. Дилеры обычные, как не зеленки. Накинули свою маржу и продают. Здесь цена 3 миллиона 150 тысяч йен. Это примерно 2 миллиона рублей. Пробег 45 тысяч. Оценка машины 4,5 балла. Салон, кузов, ББ. Вот такой вот RAV4. Круговой обзор, туманки, сонары. Фары у него обычные. Литье штатное. Здесь такой же. Дороже на 200 тысяч йен. Пробег 41 тысяча. Год такой же. Оценка 4. Салон Б. Хит продаж из Японии. Toyota Sienta. Здесь машина в очень богатой комплектации. Круговые обзоры, туманочки. Линзованные уже идут фары. Гляньте. Белый цвет. В белом цвете машина реально классно смотрится. Стоимость машины 1 890 000 йен. Пробег у него всего 6 тысяч километров. Свежая машина. Вот здесь также аукционник. Видите, А1, 6, А1. На авторынке Владивостока так тоже классно было бы сделать. Но многие уже, кстати, подкладывают аукционные листы, чтобы было удобно. В круг машина выглядит элегантно. Никаких царапин, никаких коцок. Здесь идет машина с пробегом 49 тысяч километров. Год уже здесь 28, там год 02. В Японии у них свое летоисчисление. Пробег на ней, еще раз напомню, 49 тысяч километров. Гляньте, какая машина. Этот цвет тоже машине очень идет. Toyota Rumi, квартира на дорогах, как я ее называю. Очень большой, вместительный для своих габаритов салон. Машина оснащена всеми необходимыми системами безопасности. Датчик дистанции, слепые зоны, туманки, дневные ходовые огни. Цена машины в Японии за пробег 36 тысяч километров — 1 290 000 йен. Здесь также есть аукционный лист. Пробег 36 тысяч. Вот номер кузова. По бокам, по левой стороне, по правой стороне, видите, W1, XX, XX, V1, W. То есть машина с двух сторон здесь где-то была подкрашена. Какая-то была авария, что машина сюда ударена. И той стороной она тоже до чего-то докоснулась. Но сделано, в принципе, все нормально. Каких-то не вижу повреждений особых. Уникальная ситуация. Авторынок Владивостока, зеленый угол в Японии. Гигантская площадка машин Осака, ребятушки. Филиалы по всему миру будем открывать, даже в Дубае. Значит, у этой машины, смотрите, по передней части, если мы смотрим фронт, стрелочка сюда, порог, дверь — это замена. W1 — это еле заметный окрас. И с левой стороны то же самое. W1 — это еле заметный окрас. Кстати, у машины есть видеорегистратор. Видите, уже имеется. Давайте сейчас я своим экспертным взглядом скажу, вижу я ли какие-то здесь замечания. Порог по себе сам очень маленький, низко расположен. Вот так смотришь невооруженным взглядом, ничего не видно. Также по цвету, по-моему, вот эти две двери отличаются от крыла. Посмотрите, они стреляют именно с задним крылом. Переднее крыло чутка не стреляет. Но опять же, это на мой сугубо личный взгляд. Тонировка есть, ветровички. Машина в наличии в Японии на стоянке. То есть потом их дальше покупают, продают. Ребятушки, это целый автобизнес всего мира. Естественно, есть у нас сонары. Шок-контент, ребята, как на ладони. Вот постоянные споры, аукцион, статистика, битый, не битый, битого везет. Знаете, эти моменты, ребята, вот здесь. Машина стоит 100 тысяч йен, пробег 41 километр, год у нее 28, потом вам напишу, что это означает. И сейчас приблизим, смотрите, видите, оценка у нее R, салон CC, то есть внешняя, внутренняя оценка такая, средняя. И у нее, короче, по бокам, вот гляньте. Видеорегистратор у нее имеется. Опять смотрю сбоку. Вот здесь синий цвет попали в цвет. Повторители поворота в боковых зеркалах. Туманочки.
все есть. Еще одна такая же. Здесь уже оценка 4,5, но год у нее чуть новее. 29-й, значит, комплектация S. Оценка 4,5, внутри B, а снаружи A. То есть по кузову вообще никаких замечаний нет. Цена тоже 100 тысяч. Еще одна Toyota Aqua, вот синий цвет, машине очень идет, в синем цвете дорого-богато, в стиле Subaru. Тем более гибрид, ребят, все как мы с вами обожаем, экономия топлива. Здесь цена 1 350 000 йен, пробег 34 тысячи километров, оценка 4. Здесь на аукционном листе, видите, написано W1, O1, то есть маленькая вмятина на левом пороге, маленькая царапина. Здесь также царапина, царапина и окрашен капот, на стекле на лобовом где-то идет... Я вот, честно скажу, не вижу, где здесь идет у нас скол. G указано. Ну вот так, если бы я ходил, может, потому что дождь, погода такая серая. Видите, у нас на улице сейчас погодка, ливень. Я буквально весь день сижу дома, жду, пока вот эти вот моменты, погодные условия, ребят. Но прорываемся. Будем даже под зонтиком шок-контент пилить. Китай, Корея, Япония, Арабские Эмираты, США. Михалыч все вам покажет, все расскажет, все объяснит. Далее, ветровички, заводская тонировка, гибридный вариантик. Ну и вот оно пошло все дальше. Аква, аква, аква. Это, к слову, тому, что машины можно взять, ребята, любые. Хотите крауны, хотите аквы, хотите приусы. Роскошный вокси в таком обвесе черный с золотыми вставочками. Это я называю шик-блеск. Моделиста губа, все оригинальное, не китайское. Хотя на самом деле разница, что китайское, что оригинальное, плюс-минус вообще никакой нету. Все системы безопасности, сонары, датчики предотвращения столкновений. Есть все, ребята. Машина с оценкой 4,5 балла. Цена машины примерно 2 миллиона рублей. Здесь в Японии она стоит. По кузову просто вон 1А2, 1А1. Маленькие царапины по кузову. Вообще, считайте, что это ничего. Внешне смотришь на машину, отличная машина, бесключевой доступ, повторители поворота, накладки хромированные. Вот так машина стоит в Японии, продается для японца. Может быть, ее даже поставят на автосалон. Если мы откроем дверь, кто-то опять скажет: Михалыч, японские машины, эти рули в бардачке. Миша, хватит нам показывать эти рули правые. Давай нам из Германии, из США. Ребят, честно вам скажу, цена-качество японские машины, к сожалению, на текущий момент альтернативы никакой нету. Очень удобный, хороший, практичный мультируль. Удобно, здесь такие прихваты, выпуклости, анатомические, руку положил, все как я люблю. Здесь две электродвери, предотвращение столкновений, съезд полосы, автофары. Здесь у нас машину включать, и самое главное, вы гляньте, круиз-контроль, удобный руль, большая магнитола Alpine, селектор переключения. В машине пахнет реально очень приятно какой-то пахучкой. Ребята, это в Японии 2 миллиона. Чуть-чуть еще добавить, и она будет в России. Пробег у этого красавчика всего лишь 19 тысяч километров. Но если вы хотите подешевле, ребят, берем год постарее, пробег поменьше, комплектацию попроще. Здесь в аукционе, в автомобильном, все зависит от конкретно ваших желаний. На что вы готовы при покупке БУ автомобиля из Японии. С пробегом, с правым рулем. Роскошный эсквайр, туманочки, фары. Все отлично. Серый цвет, металлик, хромированные детали на решетке радиатора. Мощно, богато, как щит какой-то, ребятушки. Цена 1 690 000 йен. Здесь оценка 4, пробег 51 тысяча километров. B1, A1, U1 на крыше. Вмятинка какая-то небольшая. И окрас капота. Может, где-то здесь не весь капот окрашивали, может, какую-то определенную часть. Потому что внешне вообще незаметно. Toyota Prius. 1 830 000 йен, 4 балла. По кузову С, по салону Б. Вот аукционный лист, небольшие всего лишь замечания, пару царапин по кругу. Вообще ничего критичного. Здесь есть полностью весь необходимый пакет. Отличный головной свет, фары в темноте светят отлично. Туманочки, дневные ходовые огни, сонары по кругу, датчик предотвращения столкновений. Все имеется. Машина такой я владел, управлял, скажу так. Низковато, но очень практичная, хорошая машина. Далее у нас опять несколько здесь на стояночке, друзья мои, приусов стоит. Все они ждут своих новых хозяев. Наш любимый Prius PHEV. Посмотрите на эту внешность, на эти агрессивные формы. Смотрится футуристично, какой-то космический корабль. Туманки, дневные ходовые огни, сонары. Элегантные фары уже в стиле Lexus. Такая полосочка, реально. Они вот по высоте, очень такая узкая полоска, смотрится стильно, брутально. Здесь цена за автомобиль в районе 2 миллионов йен. И вот как вам такой красавчик за такие деньги? По мне, так это просто уникальная находка, друзья мои.
Пробег у машины у этой 88 тысяч километров. По кузову есть небольшие замечания. W1 еле заметный окрас. U1 на пороге какая-то вмятинка небольшая. Также W1 задняя левая дверь. И два креста, это замена стоит. И здесь А3 еще какая-то большая царапина спереди. Вот я ее нашел. Смотрите, вот она, заметная царапина. Короче, японцы сколы, какие-то повреждения небольшие замазывают варварским способом. Берут маркер, даже не в цвет. Просто вот так тампонят аккуратно. Вот вам. И царапины как будто нет. Скорее всего, то чтобы не было коррозии металла. Toyota Corolla Sport напоминает чем-то мордой, вот этими частями Mark X. Машина очень хорошая, недооцененная. Но цена, ребятушки, у нее даже в Японии не дешевая. 2 миллиона 580 тысяч йен. 2 600. Но здесь оценка 5А. То есть машина в очень хорошей, в хорошем состоянии. По кузову у нее оценка А, по салону оценка Б. То есть кузов у нее вообще в идеале, в салоне какие-то незаметные косячки. И всего лишь А1 два раза идет спереди на переднем бампере. Где-то здесь может он черканулся, какая-то такая мелочь. Пробег у машины 24 тысячи километров. Здесь у нее классное литье, оригинальная Toyota, резина Dunlop, повторители поворота в боковых зеркалах. Салон у нее двухцветный, красные вставочки в сиденьях, хромированные молдинги на ветровичках. Бесключевой доступ имеется. Такой оригинальный плавничок. И сзади машина, гляньте, как смотрится. Чем-то напоминает мне ВИЛ-ВС. Кто помнит, что такое ВИЛ-ВС, ставьте лайки. Задний дворник у машины, тонировочка оригинальная, естественно, камера заднего вида. Toyota Mirai. Чуть меня велосипедист сейчас, вот этот мужичок, не сбил. Toyota Mirai, друзья, посмотрите внешка. Но вот японцы, они когда хотят, вот обычно, знаете, ну бывает, что-то вот они вот, ну какую-то шляпу иногда мутят. Как подстаканники в крауне в предыдущем кузове 211. Но здесь, друзья мои, просто очень интересный азиатский самобытный дизайн. Оригинальный. Фары. Какая-то идет такая скатная линия, потом резко обрубается, потом какая-то вот так вот губа торчит. Смотрится агрессивно, стильно. Toyota Mirai, друзья мои, 43 тысячи пробег, оценка 4,5. Салон С, оценка по внешке Б. Цена машины в Японии 1 650 000 йен. Очень интересные формы автомобиля. Рубленые ветровики. Здесь большое-большое стекло. Машина смотрится футуристично. Fuel cell. Вон небольшая царапинка вон. Сзади машина тоже выглядит очень интересно. Посмотрите, какая у нее впечатляющая попка. А здесь, получается, идет такой вот сплиттер. И он прячется прямо под бампером. Очень тоже интересное, необычное решение. На этой площадке очень много машин. Гигантское множество. Здесь они очень быстро покупаются, быстро продаются. Давайте Crown заценим. Гляньте, лялечка какая. 2 миллиона йен. Цены сказка. Пробег у машины 83 тысячи километров. Оценка у нее 3,5 балла. Внешка С, салон Б. По кузову есть небольшие дефекты. Окрас небольшой. То есть вот на аукционнике смотрите. По правой стороне XX. Заднее крыло W1. Короче, вот с этой стороны где-то было у нее касание небольшое. Но это мелочи. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут видно. Есть какая-то, да, может, какая-то вот так особая. Если не вглядываться, даже не увидишь. Вот там площадка с краунами, мужики, сейчас я туда подойду. Вот просто отсюда посмотрите. Любители краунов меня поймут. Ну да, это райское место какое-то. Рояльный краун. Кто любит пианино, солидность, рояль. Мне нравится и та версия. Обе комплектации мне очень по вкусу. 58 тысяч пробег у автомобиля. Стоимость машины 1 850 000 йен. По кузову оценка С, по салону оценка С. Общая оценка у нас 4 балла. Напомню, что это японский аукцион. Они по определенным критериям оценивают машину. По кузову и салону особых замечаний нет. Машина идеально смотрится. Черный цвет, солидно. У нее оригинальная резина японская. И, естественно, оригинальные классические диски. Я бы сюда, может быть, диски поставил. Что-то типа вот в этом стиле. Более такие спортивные. И на фоне общей солидности данного кузова со спортивными дисками будет еще круче смотреться. Еще один краун, чуть посвежее. 2690 цена. Значит, здесь 2,5 литра объем. S-комплектация, CVT автомат, гибрид. Пробег у машины 104 тысячи километров. А вот почему так дешево он стоит. Потому что комплектация S простая. И пробег большой, больше 100 тысяч. Оценка 3,5 балла, сейчас глянем, посмотрим. Но опять же, она не в идеальном состоянии. Есть определенные замечания по правой стороне автомобиля. Там замена деталей,
вмятинка, окрас заметный, царапины. Машина, в общем, с историей. Для всех людей хорошая машина по-разному. Кому-то нужен именно маленький пробег. Кого-то не смущает пробег 100 тысяч, но главное, чтобы она по кузову была хорошая. Кому-то, наоборот, по кузову, чтобы была без окрасов, пофиг на пробег. Кому-то нужен маленький пробег и по кузову без окрасов. Естественно, такие машины дороже стоят, друзья. Я вам просто показываю, что вообще есть сейчас здесь на стоянках. Toyota Mark X в Японии на продаже. Цена 1 490 000 йен, можно сказать, 1 500 000 йен. Комплектация RDS 2,5 литра, пробег 81 тысяча километров. Оценка 4 по кузову C, по салону D. Особых замечаний по кузову я там не нашел. Но внешне смотрится машина очень хорошо. Эти диски, темный хром, дополняют общее впечатление об автомобиле. Черные тонированные фары, туманки. Вот именно в этой комплектации машина очень классно смотрится. Prius Alpha GR комплектация, прямо как Mark X, очень классно смотрится автомобиль. Черный цвет, под темный графит вставка в решетке радиатора. Очень интересный дизайн переднего бампера, туманки, дневные ходовые огни. Цена машины 2 миллиона 350 тысяч йен, объем 1,8. Пробег 28 тысяч километров, 27 год. По салону машина C, по кузову C, оценка общая 4. Здесь отличается GR-комплектация, там другие сиденья. Ну, короче, свои моменты. Но вообще Prius Alpha мне очень зашел. Я на такой машине проехал, всех понимаю, кто их берет. Вместительная, удобная, комфортная, тихо едет, экономичная, опять же, для своих размеров. Здесь уже литье идет GS-овское. Ветровички, повторители поворота, бесключевой доступ. Вот, видите, бесключевой доступ. Глухая черная тонировка, задний дворник и бампер в стиле GR. Газу Racing. Видите, логотип. Здесь много Toyota Crown, именно на этой парковке. Я этот дилер знаю очень давно. С ними давно уже общался, как минимум лет 5 их точно знаю. У меня есть прямая трансляция даже очень давно, года 3-4 назад, именно с этой парковки. А может, даже уже дольше. Еще до этого я был. У них фишка какая-то. Они почему-то крауны скупают. Может, директор крауны любит. Я не знаю. Так и не понял, в чем вопрос. Здесь крауны на любой вкус. Хотите RS, хотите RS Advance, хотите J Executive. Цены, оценки, аукционы любые. Краунов здесь давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Короче, больше, чем 20 Toyota Crown, друзья мои. И они все продаются. На аукционе, кстати, цены дешевле. Например, такой Crown RS в Японии сегодня, 18-й год, 30-й, то есть по-японски, по-нашему 18-й. Пробег 47 тысяч километров, цена у машины 4 миллиона 300 тысяч йен. То есть ценники такие здесь, на стоянке не дешевые. Здесь они накручивают свою маржу такую нехилую. Сделано, чтобы не царапать ручки, бесключевой доступ, естественно, всех сторон. Идут боковые пороги. Карбоновые уши, козырек для зеркала бокового, чтобы брызги не попадали. Задний спойлер, RS-комплектация, раздвоенный выхлоп. Тачка огонь. Вот еще один Crown в таком цвете. Я такой вот именно в таком цвете Crown покупал. Цвет просто пушка. Я не знаю, как он выглядит на видео, но вживую он смотрится очень дорого, очень богато. На этих хромированных дисках. Супер круто. Такой темно-серый с каким-то голубым пепельным отливом. Я не знаю даже, как он в жизни называется правильно. Фары опачки. Цена 3500. Тоже 18-й год. Пробег у машины 48 тысяч километров. RS. Новый Harrier. Тоже будем брать скоро. Из Японии в Россию повезем. Будем брать комплектацию Z. Там круговой обзор. Максималка, проекция. Все будет. Поэтому, друзья, ждите. Ждите обзоры машин, которые приедут в Россию, во Владивосток. Сейчас пока вам покажу вот этот... Райский уголок. Мне просто Crown очень нравится. Если вам нравится Crown, ставьте лайк. Тоже вот 4300. Можете цену напополам делить, короче. Курс сейчас выше, не 50 копеек, 60. Ну, для так примерного счета делите на 2. Здесь тоже 5 миллионов. Казалось бы, почему разные цены? На миллион йен цена отличается. Даже здесь на 1 200 000 йен все просто. Чем свежее год машины, тем у нее выше стоимость. Здесь вот год 21, 03, это 21 год получается. Цена 5 миллионов 580 тысяч йен, 12 тысяч пробег. По сути, кузов один и тот же, что 18 год, что 19, что 20, что 21. Но цена может отличаться почти в полтора, в два раза. То есть, кому не принципиально, есть машины такие же по кузову, такой же кузов, но пробег меньше. Единственное, отличается именно год выпуска. Хотя, по сути, внешне, внутренне ничем не отличается машина. Там у нас Алионы, Эсквайры, Ноахи. Вообще, тысячи машин по всей Японии на таких площадках стоят. Можем здесь купить, можем на флажковой стоянке, можем где-то еще, можем у дилера, можем с аукциона отправить, друзья мои. Поэтому, если вас интересуют автомобили из Японии,
Телефон указан в описании к видео, можете написать тут текстовое сообщение, марку, модель, пробег автомобиля, состояние, и мы вам поможем его купить из Японии. С вами, как обычно, был я, Михаил Самолетов. Это авторынки мира, авторынки Японии. Также съездим в Китай, в Корею, в ОАЭ, в США, везде побываем, везде авторынки мира, вам все покажу, расскажу. Ставьте лайки, всем огромное спасибо и пока, до новых встреч. Все, всем пока.